Саня. Этот затеяк может стать бабочкой в коконе. В коконе, да, она. Таня у нас проснулась, еще не расчесалась, только сняла пижамку, оделась. И давай тут это папе говорит, давай-ка будем с тобой книжку читать. Это зверёв опять. Угу. А где там свинюшка была? Ты говорила, что есть поросюшка, которая детишек кормила? Ага. А где? Ну-ка покажи, где она. Вон там еще. Назад, что ли, налистать? Ага. Вчера искупались, не расчесали ее. Зверь... Как высохли, вот так и высохли называется. Ну как не знаешь, дочь? Это ж большой такой, знаешь? Кит. Да, он еще, знаешь? Кит? Да, это касатка. А это кто? Гусь. Это утка же, то есть дикая утка. Утка. Ага. А вот гориллы. Ага. Вот один. Кто почка? Блин же это, дочь. Блин. А вот горилл. Как делает горилла? Покажи еще раз. Вот горилла. Так, а как она делает? Покажи маме. У-а. Вот так делает, да? Ух, как горилла. Колотит так все знатно. А вот обезьянник. Аж слышно. Во, а это кто? Черепаха. Черепаха это... А что есть черепаха? Бабустина. У бабушки была черепаха? Ага. Так, а что ест она? Капусту. Капусту ест, да. У бабушки в подъезде кто-то выставил, ну, никому-то не нужна, просто выставили. Бабушка позвонила, говорит, что нужна, вам не нужна. Пока мы там думали, ее уже забрал кто-то. Это за носорог. Да. А это кто? Это за оленя. А то рыбы. Да. Давай дальше листай. Посмотрим, что там дальше. Какое зверье. Вот один. Это же звук опять. Угу. А это кто? Кто? Вот это. Это за птица. Птица, хорошо. И так пойдет. Давай, вот это кто? Зайчики. Они заедают морковку. Да? Ага. А вот это кто? Мышь. Это крыса, дочь, по-моему, нет? Ну, крыса. Крыса? Да, крыса. Они любят сыр, ням-ням. Сыр любят? Они шоколад любят. Сыр точно не любят они. Они любят. Не любят. Это только в мультиках они любят, дочь. А так проверяли, мы клали. Ну, ловить их. Они хорошо едят сыр, этот шоколад. Очень хорошо ловится на шоколад. На сыр нет. Мама, насадила любит мышь. Ты где такое видела? Где-где? По мультику. Хочу сейчас сделать малым мороженое. Это замораживала бананы. Вот такие чудеса, что-то начинают, смотрю, не едят. Я их замораживаю. Замораживаю. И так как решили мыть мою морозилку, достала сейчас ягоды эти все, израсходуем. Я сейчас положила банан и малину сверху. Тоже такая она протертая была. И мы сейчас начнем мороженое. Ну, вот такое вот мороженое получилось. Посмотрим, покажу, как это все выглядит. Вот, вот такое оно. Самое главное. Анюта сейчас смотрит. Ну, они вроде поспели. То есть теперь вот здесь прям вилочкой их режут, вот он поспел. Вот. А до этого он зеленый был. Вот сейчас его на хлебушек помазать. Ой, вкуснотища будет. Ой, так он какой-то другой. Я такой, Анюта, вообще, Рома, ты видела, какой? Косточка круглая. А помнишь, косточка такая была
поменьше и какая-то такая полуовальная обычно, угу. когда мы брали. Какой-то другой сорт. Какой-то другой сорт. Это он полежал, темный стал такой. А косточку можно посадить, ты знаешь? Да. Только ее в воду как-то ставят, на палки там такие протыкают. Да. Короче, там что-то какая-то часть должна в воде стоять, какая-то нет. Кстати, вот уже, походу, корешки. Не, не думаю, что это корешки. Мне кажется, это вот это мы сдернули, когда это ставили. Девчонки, у меня тут ситуация. В общем, не убрали ягоды. Это черноплодная рябина, и она потекла. Посмотрите, что это не отмывается. В общем, чем отмыть, не знаю. Посоветуйте вообще, что делать. Я уж что только не делала, не знаю, что, как, чем вот это лучше отмыть. Я вообще в шоке, честно, от этого вида. Я просто в шоке. Я сейчас хочу сделать вот этот же клюква и брусника, то, что перемалывала. С имбирем вообще такая вкуснотища была, у нас быстро съели ее. Прям быстро выпили, осталось вот только клюква и брусника. Хочу еще на днях взять и сделать. Так это вкусно, обалдеть просто. Прямо с таким удовольствием это пью, кто только знал. Так, девочкам сейчас меряем пижамки. Но я вот смотрю, с Дианой угадала с размером, а Надюша почему-то больше мерит. Не пойму почему. Прям она то ли худая, через чего она не все падает. Надюш, надо тебе это сюда резинку надо подтянуть чуть-чуть больше, посильнее. Вот такие тепленькие пижамки. Лида. Угу. Лидусь, дай ей поснимать, как он показывает. Такая вот пижамка, девчонки, такая классная вообще. Угу. Ну, мне повезло, я ее купила за полторы тысячи. А, одна полторы тысячи, другая полторы тысячи. Сейчас зашла, они уже по две стоят. Думаю, офигеть. Еще повезло взяла. Подешевле. Ага, приехал, да? Они тут сидят, играют. Ладно, померили, давайте раздеваемся. Я их-то... простегну, и потом, когда холодно будет, будем носить их. Ага. Классно? Да. Ты там что, играешь, Тань? Ага. Тут у них домик такой есть. Папа. Да, Тань? Два. Да, два у них. Тут это соседский один еще. А. Вот этот. Угу, моя да. Селка села. Да, тут у меня сейчас вот приготовлена гладилочка. Гладить. Ага. Нет, ну, что-то большеватое тебе, да? Ну, ничего, ты же вырастешь, на вырасте будет. Так, одевай платье, и сейчас мама гладить он будет. Мама. Это, Диан, вчера повесила ты, и засунула, и у нас эта юбка помялась. Надо бы аккуратно вешать. Смотрела потом вечером, мама. И опять помялась. А. Это батон умывальник, это мантия умывальник. Это у вас умывальники, да, там есть? Да, молодцы, трусики. И трусики. Чем сейчас занимаюсь? Перетапливаю это внутренний жир. И его перетапливаю, и он мне постепенно вот сюда его сцеживаю. По чуть-чуть, и у меня получается жирок такой вот. Вот у меня одна банка, представляете, дно лопнуло, хотя я их прогревала на камине. То есть, по идее, это была теплая. Так вот их ставила. Печка горячая, прогревала банки, но все равно лопнула. Так, вроде смотришь, одно и то же, а от банки цвет зависит вообще совсем другой. А тут у меня ну, вот такие вот шкварочки остались. И здесь вот тоже еще две баночки у меня. Вот. А таких баночек у меня получилось 8 штук. Вот так вот. Сейчас приносить. Нина. Игрушку. Взял бутылочки. Сейчас пойду за Квиной. Возьму все-таки с собой. Да вообще это сильно холодно. Что-то не пойму, сколько у нас. Минус 12 показывает. Что-то, по-моему, намного холоднее. Кума, ты что там придешь? А? Девочка моя, а? Чего там грызешь? Девочка моя, девочка моя, пумочка. Квин, поехали со мной. Квин,
Блин, нападал опять снега, вообще ужас. Я сейчас приеду, запущу. Беру еще снег. Вот она моя умница. Пойдем, идем? Идем сюда. Все, помчалось. Ой, как ее пума не любит. Вообще что-то прям зло к ней. Со злобой к ней относится. О, вся разъерепенилась. Пум, прекрати. Кына, пошли в машину. Кына. Кына. Пошли. Спереди сядешь. Кына. Идем. Кына. Машину. Ой, блин. Все, набираю водичку уже. Я уже почти набралась. Квин, ты где? Квина? Это убежал. Квин, Квина, ты кого ищешь-то? Погуляет. Квин, последние две бутылки, да, мы поедем. А, Квин. Что-то бегает, все в них. Ты в машину, что ли, хочешь, Квин? Замерзла, что ли? Еще даже не зима, Квин. Раз, две бутылки последние добираю. Квин, там же, блин. Что, лед уже? Че себе. Я думал, провалится, видите, уже у нас лед, уже собака, он бегает. Тут такая речка, как бы. А, вот она течет. Видно. А, о, провалилась. Давай, давай, конечно, иди сюда, все. Зачем я только тебя с собой взял, Квин? Домой пешком пойдешь. Вот, сидит, ждет. Ты иди по снегу, побегай еще. Давай, побегай, побегай еще. Давай, давай, давай. Лапы почисти. Залезла она в болото, блин. А, все, говорит, машину хочу. Сейчас вон последняя бутылка. Без перчаток уже руки так замерзли, вообще караул. Квин, у тебя тоже лапы замерзли, а? Квин. Все, уезжаем. Ну тут, конечно, это, не знаю. Ну, на Матис я точно буду, мне кажется, это тяжело проезжал, наверное, мне кажется. Ну, бы цеплял. Садка там уже сильно низкая. Ой, нос, я смотрю, покраснел. Ладно, на этом всем пока-пока. Поехали с Квин домой. Погружать надо будет сейчас. Ведро. Ой, ведро. Все уже. Бутылки. Шипит, что ли, так змея? Ага. А ты откуда знаешь? Потому что мне показывали. Кто тебе змею показывал, дочь? По мультику. А по мультику? Видишь, полезно, да, мультики все-таки смотреть, дочь? Ага. А это улитка. Все правильно. А это что за хищная рыбка? Это же акула. А что акула кушает? Рыба. Рыбами питается, да, акула? Не самая сильная. Это же панда. Она любит бамбук. Она эвкалипт любит. Это муха. Цикатуха. А что? Позолоченное брюхо. Это же змея сильная. Хищная, да? Ага. Рептилия какая-то хищная. Да, это крокодил. А вот это кто? Это же паук. Вот он был маленький, мы его боялись. Вот когда ты была маленькой, ты его боялась. О! Тигр. Дочь, ну это же тигр. Тигр! Ты что? Акула узнала, тигра нет. Он,
Это знак хамелеона. Хамелеон, да, правильно. Он меняет цвет. Меняет цвет, правильно. Ага. Молодец. Миленький такой, да, хороший? А это... Это рептита. Понятно. Ну ладно. Маши, до свидания всем. Пока-пока, дочь. Дочь, он маме помаши пока. Пока-пока. А как ты воздушный поцелуй делаешь? Сделай воздушный поцелуй. Так. Все, пока-пока. Мама, это папа, это замоклая звезда. Да, мы дальше будем смотреть книжку. Это белый медведь.